Всем привет, с вами Фауст. Я бы не отказался. Ладно, так. Это та книжка, но ее я украсть не могу, потому что она прямо смотрит сюда. Был бы тут какой-нибудь инвиз или что-то наподобие. В общем, как вы видите, я продолжаю проходить Kingdom of Amalur. Сейчас. Kingdom of Amalur. Reckoning. Так. Я здесь уже везде был. Думаю пойти сейчас. Yes. What is it? Выполнить какую-нибудь миссию. Не, ну вообще, во-первых, нам нужно сначала обследовать последнее здание. Вот это. Которое мы еще не заходили. Так. Я вообще не к тебе. Задание ко мне. Это я, насколько понимаю, котел алхимический, но я не хочу его использовать. Я хочу взломать сундук. О. Как угадал. Так, кирас отличного качества, скипетр, золотые монеты и белая чешуйка. Я спрятался. Уходи, ты меня не видишь. Пока не будет. Вот меня раздражает, что он встает на какое-то время. Ну ладно. А, я первый раз получил скипетр. Так, белая чешуйка. И сколько-то золота. Сколько у меня всего сейчас? У меня даже 500 золота нету. Еще одна книжка. У нас там уже есть некое количество книжек, которые стоит прочитать сейчас. Зато я убил куру, еще одну. Превосходное зелье лечения стоит взять. Сейчас ты отойдешь. Я возьму зелье лечения. На самом деле он уже не должен знать, что я краду что-то, потому что он вообще поднялся уже на лестницу. Ну ладно. Да. Это мы продадим скупщику, когда мы его найдем. Ладно. Тут еще подняться нужно. Я тут был? Не помню. Так. Нет, я тут не был. Возьмем просто немножко золота. И почитаем здесь книжки. Так. Приключение 1. Это небольшая по величине книга, повествует о знаменитом путешествии по землям зимних эльфов. Речь Сорина
Реймгара. Так. А, ну тут немножко. Речь Солена Реймгара записана Паталаном. Так, послушайте меня, мои друзья. Мы отправляемся в путь, чтобы сделать то, что никогда не делал ни один из смертных, найти доспехи Онха. Итак, Артес напоминает кое-что. Warcraft, вот реально. Артес, я знаю, что вы не хотите идти, но скажите мне, почему? Если вы скажете, что боитесь, то знайте, что мы все боимся. И это недостаточная причина для того, чтобы отказаться от своих товарищей. Момент истины. Мы и раньше сталкивались с опасностью. И я люблю вас всех, как братьев и сестер. Так. Я бы никогда не стал подвергать свою жизнь опасности. Ни за что. Мы будем осторожны. Мне сообщили о том, что есть способы разгромить Клюрикон. И тогда у нас будет то, что ни один смертный не осмелился понять. Бессмертие. Думайте об этом. Подумайте о славе и волнении, которое нас ожидает. Подумайте о том, что это, пожалуй, ваш единственный шанс прославиться и, возможно, навсегда. Это подарок судьбы, и вы должны принять его, если вы возьмете на себя смелость. То встретимся в течение недели на... И продолжение следует. Уродливые шляпки. Диалектический образ уродливых шляпок. Нан Хенри. Для чего используют уродливые шляпки и как их собирать? Этот вопрос ведет нас через глубокое и тщательное изучение разных видов грибов, растущих во многих пещерах Далентара. Многие ученые придерживаются теории о вреде летучих компонентов при использовании бытовой алхимии. Однако истинный алхимик может избежать ловушек и подобных подводных камней. Нужно иметь проницательный дух и стойкость перед лицом судьбы, и тогда можно преодолеть опасность при использовании потенциала уродливых шляпок. Давайте начнем с изучения того, что же такое уродливая шляпка. Уродливая шляпка – это один из видов грибных наростов, часто встречающихся у основания больших деревьев. Она уникальна тем, что если оставить ее расти не трогая, она может вырасти до уровня наших глаз. Она выделяет слабый металлический аромат и имеет желтовато-коричневый цвет. Плод конической формы сужается и темнеет около стебля. Все растения также сияют мягким свечением. Но разве нас интересуют физические характеристики уродливой шляпки? Ядовитая природа уродливых шляпок была хорошо описана в образе микологического исследования, написанного моей сестрой и коллегой ученой Аурой Энри. Анри, кроме токсинов, найденных в биологии гриба, еще есть магическая сущность. Магическая сущность уродливой шляпки, хранящаяся в твердой ядовитой сфере. Это делает безобидную, на первый взгляд, уродливую шляпку полезным ингредиентом алхимии. Как мы можем продвинуться в изучении данной сущности? Настоящая польза в использовании этого гриба раскроется, когда мы заглянем под его поверхность. Здесь мы найдем гораздо больше интересного, нежели при внешнем осмотре. Нужно иметь пытливый ум и ставить под сомнение основные фундаментальные положения, которые приводят к поспешным выводам.
Еще раз, что же можно получить из алхимических ингредиентов? Множество вещей. Первое и более важное, и объект моего личного исследования – это… И опять продолжения нету. Хотя тут нету номера части, ну ладно. И посетите зал мастеров. Коротенькое. Где еще в… Так, знаменитый зал мастеров из Дайденхилла. Где еще во всем Далантаре под одной крышей можно отыскать такое разнообразие прекрасных товаров? Великолепные изделия из металла Инги, Грисберг, изысканные зелья Олеандра, Синклера, стеганные одеяла и головные уборы с ошеломляющей вышивкой. Наши товары довольно знамениты и продаются от Адоратов до Имейра. Все. Прочитали. Так, теперь я думаю, надо все-таки одеть Грасу, потому что она физически, ну как бы, ничем не отличается моделькой, но она намного больше дефенса дает. И вот этот щит можно надеть. Хоть он и краденый. Ну, краденое можно носить. Продавать проблему. Так. И теперь, я думаю, стоит пойти. Стоит пройти какой-нибудь квест. У нас есть какие-нибудь уже взятые квесты? Побочных. Побочных нету. Так. Поговорите с ткачом судьбы. Пообщайтесь с Эрденом. Так, во-первых, нужно сейчас отсюда выйти. Быстренько. А выход у нас тут должен быть. Greetings. Ты у нас кто? No, this is not good. Нан Хендри, это как раз таки ее исследование о грибах было. Так. Курочку все-таки стоит убить. Так. Я думаю, тут один квест, там у кого-то один квест. Я возьму у нее квест, ну у него точнее. Давай. I don't care what you race. It's a tragedy whenever anyone's savage like this. Just look at the poor creature. She's been beaten to the brink of death. The Fae may be strange, but they certainly don't deserve this. It appears she was attacked with some manner of short blade, likely a dagger, although there's no way I can be sure. People simply stood by as she called for help. No one lifted a finger. Can you imagine? It's shameful to treat another in such a way, even if she is a fae. I don't know whether we possess the knowledge to treat such a wound. Frankly, I don't even know if I could save a mortal with such grievous wounds. Well, you're the only one. Of all the troubles we've suffered in this village, people are weary Почему of бы не помочь эльфийке? They'd rather just ignore it. I'm going to suggest something a bit untraditional. There's a fae named Eri. She spends her days up on the hill overlooking the village.
seek her wisdom. I would do it, but I am a coward. That's the truth. Perhaps a fae will know how to heal a fae. If not, then we're back where we started. She spends her days in the precipice overlooking the village. She doesn't think we're aware of her presence, but we most certainly are. Our fate rests in the hands of a few chosen who fight in the east. You wouldn't even know it in Gorhart. We're miles away from the smoke and the screams. Насколько я понимаю, кристальная война — это та война, в которой мы как раз и погибли. I'm the warden of Gorhart, and a poor one at that. I've been back from the war for only 6 months and been warden for less than two. Now here I am with an injured fae on my doorstep. I'm a disgrace. We keep a precarious peace with the Court of Summon, one that's tested every day. I lie awake at night worrying what kind of disaster awaits me in the morning. But we're a good community full of good people. We have our eccentrics, sure, but we work hard and live quietly. It's the best anyone can do these days. И последнее. Peaceful fae make up the tribe known as the Court of Summer. They are led by a king in a faraway city, hidden from mortal eyes. That's about all I know. Little more than rumors and stories from my youth. By now. Эльфийка лежит так, как будто у нее живот болит. Ну, либо ей просто ударили, либо она чего-то переела, либо отравилась, я не знаю. Но как-то это странно. А, это можно сделать отсюда. Да. Желтым помечаются не какие-то главные задания, а отмеченные в меню. Я этого не знал. Красный легион — это как раз-таки наши враги. Те, с кем я сражался в начале, и вместе с Ткачом мы с ними сражались. Я точно не помню, как тут все установить, но туда можно будет установить зелье. Я не могу. Эй. Ой. Зря я второй раз применил гарпун. Ну ладно. Кстати, он не враждебный. Не враждебный же, да? Но зато Гогарт вот этот враждебный. И этот Гогарт тоже враждебный. Так, все? Да. Итак. Там бандит. Мне стоит его убить. Бандитка. И она как-то лагает очень жестко. Ну ладно. Тут все бесполезно. У нее просто золото. Ай. Разобрались с ними, золото, молот, вон, все возьмем. Там еще какой-то враг на карте отмечен, еще один разбойник. Мы... черт. Ладно.
Мне нравится в воздухе добивать их. Слабое зелье регенерации. Так, у бедного чувака. Это тоже можно прочитать? Да. Похоронка на Камдена Вульфрака, погибшего при прохождении службы в рядах Алфарской армии. Дорогая госпожа Вулфлаг, с прискорбием сообщаем о том, что ваш супруг Камден героически пал в боях под стенами Мел Сеншира. С уважением, генерал Тиллера армии Алфар. Да. Война забирает людей, их жизни. Печально. Молот у нас появился. Расходники можно даже не смотреть. Я, в принципе, знаю, что там есть. Но что-то я отвлекся. Нам нужно вот сюда идти. Значит, сейчас пойдем. О! А тот был неубиваемый. Да, в прошлой серии. А, еще в прошлой серии, я помню, там был кузнец, который говорил, что я хочу тоже пойти на войну. На самом деле она так на мужика похожа. Лично я считаю, что женщина на мужика не должна быть похожа в любом случае. Когда женщина похожа на мужика, то есть коротко стрижется под мальчика, там, не знаю, форм нету. А когда есть мускулы, кроме форм, вместо форм мускулы, то это совсем печально. Женщина должна быть женственной и хозяйственной, ну, по моему мнению. О, камешек. Очень быстро говорит. Ой. Да. Я пока это читал, на меня волк напал. Я хочу его запарировать. Да. А, я его не этим гарпуном его добил. В общем, из-за всего этого я не дочитал. Я на видео могу дочитать, если что. Все. Хватит ко мне лезть. Я вас всех сделаю. Сейчас мы этот замок откроем вообще на раз-два. Ай. Черт. Ну ладно. Мантия из хлопка. Но только если продать. Хотя я потратил две отмычки. Хреново. Так. Там еще волки. Волки Богарда. Что может быть лучше? Волки, ай-яй-яй, волки еще и закастовать не дают ничего. Ясно. А что нужно нажать, чтобы выпить зелье? Ясно. Нужно нажать на R. Тогда я выпью зелье. Да черт.
волки сильнее даже солдат Красного Легиона. Там, и каких-нибудь бандитов. Так. Сундук. На самом деле я могу сбить. Но... О, открылось сразу. Скипетр, там какая-то хрень, и слабое зелье маны. Рывок Тирдона. Или Тирдона. Собираем реагенты всякие. Какие-то собираются, какие-то не собираются. Я опять отвлекся. Ну, в принципе, мы изучаем мир. Вот, все, я с этими двумя разобрался. Достаточно легко. И сейчас вот это сможем почитать. Все, ладно. Идем уже к эльфийке. Она должна быть в этой стране. Это я уже применил. И вот сама эльфийка. Тут какой-то город новый. Или это тот же... Так. Я там еще не был. Вот здесь вот. Ладно. Давай поговорим с тобой. May your hollow gods keep you mortal. I am called Eri. У нее голос прикольный такой, с эхом. You're different from those in Gorhard. They amuse me, and I strive to learn all I can from them. Have you come to ask about the Tuatha? I can offer only what I know, and hope it will suffice. Yes, I witnessed this crime, although I did not recognize the one who perpetrated it. It is often difficult to distinguish one mortal from another. The victim was Illuvia, but I knew her only by name. You must be hoping that I can offer advice, but I cannot. If she is meant for the Great Cycle, then so be it. However, I would be quite interested to find out whether one of my kind would benefit from one of your mortal remedies. I've always wondered. It will need to be powerful. Your delicate forms are far more sensitive than ours. In fact, it's astounding that you survive as long as you do. На самом деле, реально, глупо убивать своих же. I wandered the forest for many seasons, listening to lore stones of the great ballads. А хотя нет, она эльфийка, так что... I dwelled in the gardens of Issa. I prefer the quiet of this village, the mirth of the witless. All of us are at the mercy of the changing seasons, mortal and fey alike. If it is one's time to pass into the great cycle, then we must not protest. The passing is keeping with autumn, and is as natural as the eventual rebirth. I cannot reveal much. The gardens are the jewel of the summer court, a wonder beheld by few mortals. It is located far east of here in a wood so thick it would devour all but those who knew its secrets. Do not pursue such mysteries, mortal. They are not for you. I find them so interesting, from their vestments to their odd habits and demeanors. Just yesterday I saw a monk from the Almain mission sneaking through the underbrush. Strange creatures you are. Strange, glorious. They contain memories, great moments, ideas, songs and inspirations. The Fae do not record their words in ink or on paper. Ink fades, paper crumbles.
Lorestone's mark where our kind has made a lasting impression, where the season slowed to take a note of glory on a grand scale. Так, и еще четыре. I feel them near, flitting through the western woods like shafts of shadow in the sunlight. What could have brought them here, I wonder? The Tuatha do not trouble themselves with easy prey. If they prowl these woods, it is for worthy quarry. I adore every sad soul in the village, even stubborn Hurt with his tender heart, and drunken old Arnik. The widow fascinates me. She has no idea that her lover is dead. I watch them from my perch, hoping to learn the meaning behind their pursuits and passions. If I could, I would grant each of them an eternity. Alas, I cannot. Мне нравится эта эльфика, как бы по ее характеру. Ну, такая, у нее есть сострадание. Она не гордая. Mortals may view the warmth of the petals and smell the beauty of a newborn bud, but only fae know the strength of the roots beneath the surface. И последнее. Fae land? Yes, I've heard these words before, but do not understand their meaning. There are only fae, and there is only land. I do find Almain's sentiments so charming. Farewell. Так, надо с Герком Эдвардом поговорить. Ну, в общем, это какой-то алхимик или что-то типа этого. Она сказала, что нам нужно просто тупо лекарство. Так, мы лук не подобрали. Тут немножко золота. В общем, чтобы помочь эльфике, нужно... Эпичный прыжок такой. Нам нужно... Ой... Нужно лекарство. Ну-ка. Я знаю, чем я сейчас убью. Так. Что же нужно нажимать? 100! Наконец-то. Я ее просто за голову держал. Видимо, там что-то с ее разумом сделали. Ну, что-то наподобие. Во, шлем из железа. Ну, мне, конечно, прикалывает эта шляпка. Но мне нужно уже что-то с дефенсом. Так, не сюда. Поэтому капюшон я не могу одеть, потому что нужна ловкость. Поэтому я одену шлем из железа, который дает 28 защиты. У меня 93 защиты. Неплохо. Так, не то нажал. Я спринт хотел нажать, чтобы быстрее добежать до деревни. А, это, видимо, не алхимик, это нужно к нему вернуться и сказать, что нужно лекарство. Так. А, нет, нужно именно сюда. Видимо, тут какой-то алхимик или что-то наподобие. А может быть, нужна целительница? Сейчас посмотрим. Да, я думаю, целительница. А, нет. Тут врач. Да. Вот эта эльфийка уже здесь. Я его уже обворовал. You made it. А, нет, не врач. Give me the potion. It will help, but it's not enough. Someone must go to the Fae and explain what happened. Может быть, эльфийка нам дала зелье. Это тот чел, который нам дал задание. Все нормально. Hmm.
are turning out to be very helpful, my friend. You have my gratitude. I'll see to it that you're honored. Rumor says that the House of Ballads has its headquarters not far from here, in Glendara to the northeast. Try to gain entrance if you can. It's east of here, in the meadows of Yolvin. The Feylands are a wicked place, falling with creatures so strange you'll assume you're dreaming. Так. I've spent most of my life dealing with them, but they aren't like us. Not at the core. They don't know what it means to be a man who sweats to feed his family. Gorehard has become a sort of refuge for those settlers who wish to live a life free of Fey. I don't see that lasting. Not with the war. Not with everything changing. Farewell. Хорошо, что я успел взять все из этого ящика, иначе. Хотя нет, он ушел. В принципе. Да, ей на меня пофиг. Мне стоит продать все мои вещи лишние. It's busy today. У тебя продам сейчас. Yeah, what can I get you? Так, ты ничего нового не скажешь. Купить я у нее вообще... Нет, я что-то могу у нее купить, но... Там, всякую хрень. Чакрамы тут продаются. Правда, белые. Большой меч Анимии. Жалко, я ничего из этого вообще не могу купить. Зато я могу продать кое-что. Например, вот это. Да. Краденые вещи продавать я не могу. Мантия из хлопка продать. Я думаю, это стоит оставить все. Железный клинок. Ладно, пусть это все будет. Может быть, это все-таки нужно для чего-то. Лишнее продали. Теперь идем к выходу. Убьем курочку. Убьем вторую курочку. Ясно. Гарпуна можно убить. Так. Меня направили к эльфам, но туда сейчас я точно не пойду. Где же они? Вот они. Поэтому я пока что немножко пообследую местность и пойду направо. У меня чуть-чуть еще времени есть. Ну, у нас как бы. Потому что скоро надо будет уже закругляться. Какой-то дневник нашли. Обложка книги запачкана кровью. Страницы вырваны. День 20. Наконец-то этот лес позади. Не нравится он мне. Кругом одни деревья, за которыми запросто может спрятаться враг. Надо сказать о нем Холгару. Можно понять, где тень, а где нечто живое. Так. Простите. Завтра доберусь до Горхарта. Последней остановки перед землями эльф. Пока что дорога не преподносит неприятных сюрпризов. Если так пойдет дальше, то, возможно, я смогу найти работу среди этих парней. День 25. Нашел работу. Охрана... Так, торговия. Охрана...
Ладно, по имени Валис в его поездках между этой деревней и башней гномов. Он боится злых духов, прячущихся в кустах. Что неудивительно для их... Опять какое-то странное слово. Из деревни трусов. Для выходца. Это С. Ясно. Значит, здесь торговца. Все понял. Просто похоже на И. Так. Скорее всего, его же страх его и убьет. Как отца Алдена Гархарта, которого съел Баргетс. Баргест. По дороге к Ардену я видел, как что-то вошло в заросшую чащу. Я заметил какой-то блеск. Может быть, сокровище? Не буду радоваться раньше времени, но определенно завтра стоит туда сходить. Возможно, найду что-нибудь ценное. Агент Богарты, которые поклоняются шрайну. Все. Ну, алтарю. Красновение смерти. Чего оно дает? Там можно посмотреть в статусах. Кстати, поворот судьбы. А. Это вот такая штука. Ясно. Вот эти эффекты. Состояние смерти. Шанс украсть здоровье при поп... О! Ясно, это шанс манна лича и лайф лича. Классная штука. У нас тут мишка. Сейчас мы тебе электричество. Потом... Я к нему притянусь или он ко мне? Я к нему. Он даже меня ударить не успел. В принципе, это достаточно эффективно притягиваться к большим врагам. Так. Сундук. Тяжелая. Ну, давай попробуем. О, с первого раза. Кинжалы из железа, по ноже отличного качества, наголенники из железа. Вот, кстати, наголенники я могу, в принципе, наверное, одеть. Так. По ноже. Кстати, они более дефовые. Но если по мне критовать будут, то урон будет на 5% больше. Ну, ладно. Выглядит, конечно, не очень. И обувь у меня хреновая. Вот. Ну, так более-менее выглядит. Так что неплохо. Новая территория. Какой-то гнур. Мы открыли новую территорию. Теперь вы можете совершить быстрое перемещение. Нажмем на 3. Нет, сначала на ввод. Быстрое перемещение нужно. Но это не очень интересно. Быстрым перемещением пользоваться. Я не буду туда приходить. Надо взять камень знания в любом случае. Скоро будем вторым левелом. Nobody knows, or at least that he doesn't know. I let him have the glory. No one has to know his arrow missed.
Это что, бесы, что ли? Или кто? Брауни? Похоже на бесы. Чем-то смахивают... Не, не на богротов они не смахивают. И вот все, я взял новый уровень как раз. Сейчас повысим что-нибудь. Я думаю, стоит, наверное, повысить... Взлом у меня повышен. Я думаю, стоит повысить убеждение. И здесь стоит взять гарпун на единичку и... Ладно, так и так. Блин. Призрачное лезвие. Это что вообще? Ничего. Это что, пассивная атака? Угроза скорой смерти дает вам шанс вспомнить свое здоровье, а также на короткий промежуток времени существенно повысить урон всякий раз, как ваше здоровье падает ниже четверти. Я думаю, я пока что так прокачаюсь. А я могу свои статы посмотреть? Мне интересно. Потому что я не знаю, какие у меня статы. Так. Ладно. Новый прием. Призрачное лезвие. Из счета. Ну да. Вот такой вот. Вот такой вот комбо. Так, надо собрать немножко реагентов. И пойду все-таки к дорожке. Мне интересно, что там. Немножко так разведаю местность. Я вижу еще один камень знаний. Я еще и промахнулся гарпуном. Ну давай же. Не получилось у меня. Это он мне сказал, я порву тебя на ленточке. Не, прикольные они говорят, что-то странное. В общем, призрачное лезвие достаточно прикольно действует, дамажит хорошо. Это эльф говорит, потому что у него голос такой, как у эльфа. Я опять промахнулся, ну блин. Проще некуда. А, это, видимо, вот это кто-то говорит. Нашел какую-то разбойницу.
Сейчас. Куда она пошла? Может быть, мне с ней поговорить надо? Don't bother me. Не беспокойте меня, я все равно хочу с тобой поговорить. Finally, someone that looks like they could stand up to a moderate breeze. There's need for an adventurer such as yourself. Me and a crew are mounting an expedition to a new land south of here. Ah, clever and strong, I see. It's as I said. We're going to the teeth of Naros, the land south of Dalentarth. If you want more information, seek Helic Cross. He's leading us. We're camped beyond Edenmere. Made a living pillaging the ruins of old places like Talarain. Robbing the dead tastes better than stealing from the living. I'm a good enough thief. Never once been caught. Still have all my fingers, or didn't you notice? Well, I know there aren't much women way out here, but let's stop all the attention, shall we? It's a touch embarrassing. The name's enough to put most explorers off. Bugger them, I say. Just less competition. Besides, what's in a name? I spent 2 years trying to make a fortune in a land called the Painted Orcs. Never did find out what an orc was. Не, ну эльфийка, целительница и хозяйка таверны все-таки получше. Но ты будешь лучше, чем баба, которая в кузнице. Helic's brainchild, if you can believe it. I don't share his optimism about the loot we'll find, but if we get only a fraction of it... Glad that's done with. Ясно. Куда ты бежишь? Don't bother me. Я буду тебя беспокоить. Мне так хочется. Там еще у кого-то квест. Так. Очень простой. Я не умею это делать. Ладно. Нажмите, когда курсор находится над глифом, чтобы распечатать его. Глифы будут распечатываться со временем. И все глифы запечатываются. Некоторые глифы закрываются быстрее, чем другие. Тщательно выбирайте очередность. Сломайте все глифы, чтобы рассеять защиту. То есть надо сначала этот, потом этот, потом этот. Вот, ясно. Понял. Нужно их нажать на них, когда курсор пролетает мимо. Этот замок можно открыть только подходящим ключом. Хреново. На карте нельзя никак отметить, что тут такая штука. О, можно. А, но проблема в том, что этот маркер. Только один маркер можно поставить. Да? Да. Ну-ка, если. Я же могу поставить сюда маркер. Как бы вот я здесь стою. Ставить маркер. Да, он здесь останется. Тут какая-то статуя. В общем, сейчас нам осталось только сбегать обратно, наверное. Хотя, в принципе, попробуем сделать быстрое перемещение. Да. Так. Значит, завтра я выполню чей-нибудь квест. Ну, не завтра, в следующей серии я имею в виду.
Они такие классные звуки издают. На, привет. Ладно. На этом, я думаю, стоит закончить. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Так, пойду сломаю еще ящики. Да. Встану сюда, чтобы была музыка. В общем, я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые серии и другие видосы, которые вскоре будут. Мне просто хочется в данный момент играть в эту игру, она достаточно интересная. Комментируйте, пишите свое мнение. С вами был Фауст. Всем пока, всем удачи!